Есть герои, которые у всех на слуху, а есть другие. По зову сердца бескорыстно они ежедневно творят добро. Наталья стала волонтером 2 года назад. За это время столкнулась с разными историями. От эмоционального выгорания девушка спасается в приюте для животных. И здесь же спасает братьев меньших. Хвостатые такой поддержки по щенячьи искренне рады. Давай, хоп! Ну чё, давай, хоп! Хоп! А сейчас просто появилась возможность приезжать сюда каждые выходные, проводить время, и уже как бы втянулась в это дело, уже знаю, что делать, что можно, что, чем можно помочь. Поиграться с собаками в первую очередь я сюда приезжала, у меня нет собаки, а всегда хотелось. По выходным волонтерят и ребята из организации «Благие дела». Каждое воскресенье в полдень они выезжают с едой на новый рынок Барнаула и кормят тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Такая трапеза объединяет духовно, добавляют участники. Ты начинаешь любить людей. Вот если ты раньше любил, не знаю, свою семью, те, кто тебя окружали, то теперь у тебя ты любишь абсолютно по умолчанию всех людей. И это снимает очень много проблем в жизни. Ты не нервничаешь в очереди, ты не ругаешься за рулем и не тратишь свои жизненные силы на это. Ты просто любишь людей и понимаешь их. Такие истории о больших поступках простых людей из Алтайского края, которые живут и работают рядом с нами, теперь в проекте «Другие». Бескорыстный настрой этих героев позволяет привлекать к добрым делам все больше людей. Проект «Другие» – это наша благодарность волонтерам и способ подчеркнуть, что их работа крайне важна для общества. А еще это попытка вдохновить наших зрителей и читателей на поступки, которые сделают нашу жизнь лучше. О каждом герое проекта можно будет узнать из информационных ресурсов Сибирской медиагруппы, в том числе на сайте «Толка» и на нашем YouTube-канале. Нам очень хочется, чтобы о людях с большим сердцем узнали как можно больше. Мария Мацаева, Александр Антропов. День с «Толком».